В ассортименте нашей продукции имеется серия из Кореи, называется она Кадью. В состав серии входят очень классные натуральные экстракты ягод и трав. Давайте познакомимся поближе. Вот пеночка для умывания. Первый уходовый этап. Посмотрите, какая пенка супер концентрированная. То есть вот этой горошине достаточно для того, чтобы умыться. Да, и первый раз я побольше взяла горошину, когда тестировала, кое-как смыла пену. Вот, то есть хватит вам ее очень надолго. В составе экстракт голубики, он богат минералами и антиоксидантами. Он питает, разглаживает кожу, придает ей мягкость, гладкость, оказывает тонизирующее действие, улучшает состояние сосудов, капилляров и поддерживает оптимальный уровень увлажненности кожи. Особенно рекомендована эта серия для сухой и чувствительной кожи, то есть она пересушивать не будет. Если у вас на погоду реакция, да, на холод, дождь, ветер, и так далее, то эта серия будет защищать кожу от различных перепад температурных и так далее. Далее, гель-пилинг с экстрактом малины. Девочки, он настолько ароматный, что вот только из-за этого аромата стоит попробовать серию. Также очень концентрированный, то есть желеобразный такой вот пилинг, то есть работает как скатка. Он отшелушивает роговелые частички кожи, защищает также кожу от пересушивания и так далее. То есть, ну, такой вот классный компонент в составе экстракт малины, он работает с капиллярами. То есть, если у вас тонкие стенки капилляров, купероз присутствует, то есть вы это замечаете, то вот как раз этот пилинг для вашей кожи. И еще такая классная у него фишка, то, что он обладает, так сейчас скажу, улучшает состояние сосудов, стимулирует синтез коллагена и способствует сужению пор. Так что, если у кого поры расширены, тоже на пилинг это советуют обратить внимание. Ну вот, видите, вот как скаточка работает, очень хорошо. Так, и еще один компонент, это тонер. Тонер отличается от тоника тем, что он предназначен для максимального увлажнения кожи. В составе экстракт центеллы, азиатский основной компонент, который очень классно увлажняет кожу. То есть вы прям увлажнение чувствуете на протяжении всего дня. Если кожа обезвожена, сухая, то это то, что вам нужно. Гиалуроновая кислота в составе и компоненты, входящие также в состав, они стимулируют выработку эластина, коллагена первого-второго типа, то есть оказывают омолаживающее и оздоравливающее действие. Тонер очень концентрированный тоже, и хватает его очень надолго. Я вот, например, месяца 4 пользуюсь, у меня примерно вот так вот, вот ушло, поэтому хватит этой серии вам на длительный срок.